А не так. А, ну хорошо. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Мы сегодня будем с Лёликом учиться одному упражнению. Это скороговорочка, которая будет помогать нам быстренько-быстренько говорить и всё красиво говорить. Ого! Да. Давай повторяй со мной. Давай повторяй с тобой. Так. А, отложи, пожалуйста, каркуш. Тебе сейчас понадобится, вот, наши пальчики нам понадобятся. Возьмите вот так вот пальчики, вот, покажите их. Бери пальчики. Бирай каркуш. Каркуш, посади куда-нибудь. А пусть она здесь сидит. Ну ладно, давай. Вот. И значит, повторяй за мной. Берем два пальчика. Вот пальчика, так. Да. И представляем, что перед нами пишущая машинка. Такая печатает, которая буквочки. Давай. И вместе. Повторяем и вместе со мной делаем такие движения. И как на пишущей машинке две хорошенькие свинки. Ну ты повторяй свинки. Как на пишущей машинке две хорошенькие свинки. А чё свинки? Ну потому что они пишут на пишущей машинке. Две хорошие каркуши? Нет, свинки. Ну ладно. Это специально. Как на пишущей машинке? Нет, давай медленно. Ребята, давайте сначала медленно. Давай. Как на пишущей машинке. Как на пишущей машинке. Две хорошенькие свинки. Две хорошенькие свинки. И постукивают. И постукивают. И похрюкивают. И похрюкивают. Стуки, 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 стук. Стуки, 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 стук. Хрюки, 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 хрюк. Хрюки, 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 хрюк. А теперь давайте быстрее все вместе. И еще быстрее. Да, мы сразу будем текст говорить. Поехали. Давай. Как на пишущей машинке. Как на пишущей машинке. Две хорошенькие свинки. Две хорошенькие свинки. И постукивают. И постукивают. И похрюкивают. И похрюкивают. Стуки, 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 стук. Стуки, 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 стук. Хрюки, 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 хрюк. Хрюки, 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 хрюк. А теперь давай. Быстро, быстро. Вот так, не останавливаясь. Ребята, готовы? Давайте вместе. И... Как на пишущей машинке, где хорошенькие свинки, и постукивают, и похрюкивают, стуки, 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 стук, хрюки, 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 хрюк. Ты успел? А, давай все раз. Я уже давно это все сказал. Да? А почему-то я не слышал. И ребята тоже. Давай, давай, быстренько. Как на пишущей машинке? Давай, давай. Как на пишущей машинке? Как на пишущей машинке? Две хорошенькие свинки. Две хорошенькие свинки. И постукивают. И постукивают. И похрюкивают. И похрюкивают. Стуки, 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 стук. Стуки, 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 стук. Хрюки, 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 хрюк. Хрюки, 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 хрюк. Вот. Ладно, да? Ребята! Ребята, запомнили, как на пишущей машинке? Ну, ничего страшного. Подожди, подожди, подожди. Давай поговорим и все. Ребята, обязательно повторите нашу скороговорку на ночь. Вот. Да. А потом спать. А зачем это надо делать, Жорик? Ну, во-первых, это развивает память. Нужно запомнить. Ого! Потом это развивает нашу моторику рук. Ну, чтобы ручки нажали такие вот так-так-так-так, все могли бы сделать. И, наверное, развивает дикцию. Да-да-да-да-да, дикцию. А завтра, ребята, завтра проснётесь утром, проговорите обязательно, и уже вам станет немножко лучше говорить какие-нибудь сложные слова. Давай, садись! Смотри, сложное слово говорю! Давай! А теперь смотрим мультфильм. Мультфильм.